Добрый вечер. В прямом эфире «Импульс Севера» в студии Алена Ядни. Улучшить жилищные условия – мечта каждого. И на Ямале есть для этого много разных возможностей. Сегодня глава города вручил молодым семьям сертификаты на эти цели. В этом году такой мерой поддержки смогут воспользоваться 110 новоуренгойских семей. Андрей Воронов отметил, губернатор Ямала уделяет особое внимание решению квартирного вопроса северян. По всем программам, которые есть, у нас есть поддержка молодых семей, есть поддержка многодетных семей, у нас есть поддержка бюджетников. Видим, какой у нас строительный бум по этому поводу идет в Уренгое. Это отмечают все. Ну, а получить сертификат в такое время, я думаю, будет очень своевременным. Вот. Пожелаю вам побыстрее воспользоваться. Вот. И жду приглашения в новоселье. Среди тех, кто получил сертификаты, Вячеслав Вануйта. С супругой он воспитывает троих сыновей. Раньше жил в однушке, теперь выплачивает ипотеку за трехкомнатные апартаменты. Для нас это как бы очень важное событие, самое радостное, наверное, событие в последние годы. Ипотеки, как бы сейчас трое детей в семье, один работаю. Как бы это очень большая помощь для погашения и хотя бы там понижение суммы ежемесячно по ипотеке. Это очень нам хорошо, в копеечку поможет нам оставлять в кармане. Квартира у вас какая? Квартира у нас ипотеки трехкомнатная. Обеспечение северян жильем, переселение из ветхого фонда – один из приоритетов в работе местной и региональной власти. Новая экономическая реальность диктует свои условия. Тем не менее, все ключевые проекты выполнимы. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал в рамках большого интервью. «Конечно, сейчас многое меняется», – отметил губернатор. Но ответы на вопросы, как это реализовать, понятны. Все ключевые задачи, если брать жилье, то расселить миллион. Мы уже на начало этого года, по итогам прошлого года, треть задачи выполнили. И результаты уже неполного квартала текущего года показывают, что 25% задачи решено планово от этого года. Мы обычно все сдвигали на конец. Мы в этом году наконец-то выходим на нормальную, такую уже ритмичную работу. И буквально уже ключи получают новоселы в наших городах. В ближайшие дни будем целые дома тоже запускать в разных местах нашего региона. Все процессы запускаются. Те, которые еще в стадии строительства, у нас десятки домов, крупных объектов находятся в активной стадии. Они все обеспечены стройматериалами. Мы видим по ним, что никаких проблем существенных не возникает. Успехи строительной отрасли нашего региона отметил и президент Владимир Путин. Накануне он провел рабочую встречу с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Стройка вообще у вас первое место, строительный сектор, рост стройки на сколько, 60%, по-моему, первое место по России. Да, большое. Да, и положительный прирост населения, естественный прирост. На встрече с главой государства Дмитрий Артюхов затронул и тему борьбы с коронавирусом. Он рассказал о том, что на Ямале в начале пандемии были возведены два инфекционных госпиталя на 100 и 200 мест. Сейчас ковид отступает, но построенные медучреждения будут востребованы. Инфекционный корпус в Новом Уренгое уже меняет статус. Он объединит на своей базе кожно-венерологическое, фтизиатрическое, взрослое и детское инфекционные отделения. А койки для пациентов с COVID-19 останутся в минимальном количестве, поскольку потребность в них теперь небольшая. После дезинфекции всех помещений каждое отделение займет палаты в своем секторе. Это исключит возможность пересечения потоков пациентов и риск распространения инфекционных заболеваний. Коронавирус идет на спад. За неделю в Новом Уренгое зарегистрировано лишь 362 новых случая заболевания. В основном оно протекает как ОРВИ. Улучшение эпидситуации дает возможность смягчить меры профилактики. Так, на вокзалах и в поездах дальнего следования масочный режим для пассажиров стал рекомендательным. По-прежнему его должны соблюдать лишь сотрудники РЖД. Также отменили социальную дистанцию и измерение температуры перед посадкой в поезд. Госдума приняла закон об обращении лекарств в Россию в условиях санкций. Кабмин сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных препаратов,
разрешая продавать их в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Производители-импортеры и медицинских изделий не смогут останавливать свою деятельность в нашей стране, не уведомив власти минимум за полгода. Еще правительство России в 10 раз увеличило лимит на закупку медицинского оборудования. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, у россиян должна быть возможность покупать нужные препараты, несмотря ни на что. Что касается других отраслевых мер, есть предложение по поддержке фармацевтической продукции и медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемых производителям или дистрибьюторам. Ну и также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса. К другим темам. Юбилей еще не скоро, но Новый Уренгой уже начинает готовиться к празднику. В нашем городе со дня основания появилось немало улиц, названных именами первопроходцев. Тех, кто внес большой вклад в развитие газовой столицы. Что знают о них жители и гости города, узнавала Юлия Шаркова. Человек, про которого говорили, у него дар видеть сквозь землю. Ну а сам он про себя рассказывал, что это у него просто призвание такое, приумножать нефтяные богатства России. Иван Губкин, основоположник советской нефтяной геологии. В нашем городе в честь него названа одна из центральных улиц. Именно Иван Губкин стал одним из создателей геологии нефти как самостоятельной ветви науки. Им были написаны первые учебники по этой дисциплине. По его инициативе открылись профильные вузы и НИИ. Поэтому вопрос о присвоении проспекту имени Губкина в конце 70-х не стоял. С тех пор так и зовется. В Новом Уренгое именами известных геологов, ветеранов нефтегазовой отрасли и директоров градообразующих предприятий названы несколько улиц. Имени Петуха, Подшибякина, Захаренкова, Пашукайло. Старожилы уверены, история страны и каждого города пишется именами людей. Александр Рябов живет в газовой столице 45 лет. На тему улиц и имен готов рассуждать часами. Растут города, формируются государства. И кроме воли Божьей, это труд людей, это их жизнь. Были бы вот эти наши северные города, не будь замечательных предшественников, титанов. С этим точно не поспоришь. История города пишется вкладом каждого человека в его развитие. Но порой на уличных страницах случаются трагедии. Проезд имени Заура Кирейтова назван в честь старшего сержанта милиции, который погиб 23 марта 1993 года при исполнении служебного долга. История, она была записана не просто на бумаге. За каждым событием, за каждым действием есть человек, его судьба, его труд, его жизнь. Вот так и должно это оставаться. Тогда и будет эта память. И программы в школах должны быть. История – это фонарь из прошлого, который светит нам в будущее, уверены летописцы. А что о выдающихся личностях знают новоуренгойцы? Мы решили у них спросить. Губкин, Петух, Подшибякин. О чем-нибудь вам говорят эти имена или названия? Это знаменитые нефтяники. Геолога знаю также. В честь него назвали у нас проспект, улица Губкина. Наши новоуренгойские, как их назвать, первооткрыватели, так, по-моему? Кто это такие? Ну, скорее всего, это, наверное, какие-то певцы, если я так понимаю. Ну, не совсем хорошо помню. Ага, у нас в городе, например, есть улица Губкина, знаешь такую? Ну, не особо. Я вот знаю вот музыканта, там есть вот памятник Высоцкого, вот этого музыканта я знаю. А в школе что-то подобное проходит? В школе, ну, редко, конечно, проходим, вот, но мы точно проходили про Высоцкого. Девочки, 20 лет по вахтам на девятке, я что-нибудь помню? Нет, а ну вот ничего, ну просто это улица, остановки. А как считаете, вот нужно ввести, может быть, в школах подобный предмет, чтобы дети изучали? Обязательно. Чтобы дети знали, это однозначно.
Наш город развивается, и на его карте еще будут появляться новые улицы и имена. Юлия Шаркова, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера». Принципы работы детского телефона доверия. Профессионализм. Сложно довериться психологу? Сомневаешься, что тебе смогут помочь? Квалифицированно и профессионально. Только опытные психологи. Только квалифицированные специалисты. Все консультанты проходят специальную подготовку. Детский телефон доверия. 8 800 2000 122. Психологи ежедневно помогают сотням людей. На счету специалистов тысячи решенных проблем. Позвони и убедись сам. www.telefondefizdoveria.ru. Доступно, анонимно, бесплатно. В Новом Уренгое продолжается опрос о качестве коммунальных услуг, которые предоставляют горожанам управляющие компании ТСЖ и ТСН. Голосование идет на портале живемнасевере.рф. По мнению горожан, на первом месте по качеству обслуживания управляющая северная компания. На втором – Уренгой жилсервис. Третье место занимает УК «Уютный Север». А на четвертой строчке – УК «Технологии современного жилья». Голосование продлится до 9 апреля. Свою позицию выразили уже более 400 новоуренгойцев. Напомним, опрос был запущен 11 марта по поручению главы города Андрея Воронова. Одно из ТСЖ заплатит жительнице Салехарда 50 тысяч рублей. Так решил суд. А состоялся он после того, как на голову пострадавшей упал снег с нерасчищенной крыши. ЧП случилось, когда женщина выходила из подъезда дома. Удар был такой силы, что горожанка получила сотрясение мозга. Не позаботилась о несвоевременной расчистке кровли ТСЖ «Возрождение». Иск в суд в интересах потерпевшей направил прокурор Салехарда. О других правонарушениях и преступлениях расскажет Роман Риховских. Роман, тебе слово. Спасибо, Алена. Всем привет. В Новом Уренгое машина сбила ребенка, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. Это случилось вечером в понедельник, 21 марта на железнодорожной. Несовершеннолетний угодил под колеса Тойоты. Юный пешеход был госпитализирован с травмой. Госавтоинспекция города Новый Уренгой призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и аккуратными. Сейчас у школьников наступила пора весенних каникул. Многие из детей находятся на улице без присмотра и без сопровождения взрослых. Поэтому абсолютно всем необходимо проявлять бдительность и внимательность при осуществлении дорожного движения. Еще один пешеход был сбит днем ранее, 20 марта в Муравленко. Это ДТП случилось на нерегулируемом переходе. Пострадавший попал под колеса Kia. После этого его отвезли в больницу. Ну а теперь сводка за сутки. На дорогах нашего округа зарегистрировано 16 ДТП. А с начала года случилось 1306 аварий. 4 человека погибли. Пострадали 66 ямальцев. Следком расследует уголовное дело по налоговым долгам. Подозреваемый – руководитель одной из коммерческих организаций Нового Уренгоя. Он скрывал деньги, которые как раз и должны были пойти в казну государства. По данным следствия, в городе Новый Уренгой управляющий общество с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии организации, имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, совершая денежные операции в обход расчетного счета, в период с октября по декабрь 2021 года сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности на общую сумму свыше 11,5 миллионов рублей. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначен комплекс судебно-бухгалтерских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. И еще про долги, но не по налогам, а по зарплате. На предприятии «Полярстройкомплект» работникам заплатили прошлогодние долги только после вмешательства прокуратуры. Свои деньги вовремя не получили 110 человек. Руководство задолжало им за ноябрь и декабрь 2021 года. А общая сумма превысила 11 миллионов рублей. Задолженность погашена в полном объеме. Кроме положенного заработка, люди получили еще и компенсацию за задержку. А вот руководство предприятия наказали за нарушение трудового законодательства. Виновные заплатят штраф.
одной из гостиниц в промзоне Ноябрьска нашли труп. Обстоятельства смерти 38-летнего мужчины проверяет Следственный комитет. Местный телеграм-канал сообщает, что тело найдено в туалете в воскресенье 20 марта. Личность погибшего установлена. На Ямал он регулярно приезжал по работе из Сургута. Предварительно причиной смерти стала асфиксия. Возможно, это суицид. Проводятся криминалистические экспертизы. Ну а на этом у меня все. Всю информацию вы можете найти в наших социальных сетях. Следите за собой и будьте осторожны. Алена, у меня все. Спасибо, Роман. А мы продолжаем выпуск. Они меняют мир к лучшему, и за ними будущее. В Новом Уренгое действует 52 добровольческого объединения, которые помогают ветеранам и инвалидам, доставляют лекарства и продукты людям с коронавирусом, выходят на уборку города. Создать орган, который будет координировать деятельность волонтеров, помогать им в работе – главная задача Координационного совета по развитию добровольчества. Сегодня прошло первое его заседание. Его провел глава города Андрей Воронов. С начала пандемии активисты выполнили почти 2500 заявок горожан. Развезли порядка 17 тысяч лекарственных наборов, работали в колл-центре. При этом они еще успевают учиться. Проводится ряд мероприятий этой проектной сессии, где разрабатывается стратегия развития добровольчества там, в городе, в округе. Вот. Также проводятся обучающие курсы. Например, там, в прошлом году проведена школа волонтеров, 59 волонтеров были обучены на базе молодежного ресурсного центра у нас в Уренгое. Труд добровольцев отмечается наградами. Так, в 2021 году 7 новоуренгойцев получили памятные медали от имени президента России, а 84 активиста отмечены благодарственными письмами главы города. Очень хочется, чтобы мы не забывали взрослых волонтеров и разрозненных, самое главное, которые просто возле дома у себя убирают или в подъезде ставят ящички для батареек, да, и что они понимали, что их помнят и знают. И когда отчеты какие-то мы делаем, презентации, что не звучала какая-то одна организация. Первый фестиваль корпоративных классов стартовал сегодня в Новом Уренгое. Он собрал на одной площадке учащихся профильных классов города, педагогов и экспертов в разных областях. Масштабная и насыщенная программа рассчитана на 3 дня. За это время старшеклассникам предстоит решить практиконаправленные кейсы на актуальные темы, поучаствовать в мастер-классах и квизах. Тему продолжит Мари Бохуа. Проанализировали, выявили статистику, дальнейшие действия – это обрабатываем продукт, проект, этап реализации проекта. За этим столом идет бурный мыслительный процесс. Учащиеся профильных классов города решают практиконаправленный кейс на тему мошенничества в сети интернет. Задача создать, а затем защитить проект перед экспертами. Мы же еще пишем цели? Этап реализации. Этапы. Ребята из корпоративных классов «Импульса» и «Роспана» оказались в одной команде. Свою эрудицию и навыки коммуникации они умело демонстрируют в деле. Сложенная работа помогла им быстро и успешно справиться с заданием. Хотя старшеклассники постигают азы абсолютно разных профессий. Сегодня первый день фестиваля, и все самое интересное нас ждет еще впереди. Но пока что могу сказать то, что все очень организовано, и все, что здесь происходит, вызывает большой интерес. Сейчас мы будем работать в командах, и думаю, то, что все, что сегодня в течение 3 дней фестиваля будет происходить, у ребят отложится, грубо говоря, в памяти, оставит только хорошие впечатления. В фестивале участвуют 96 школьников из 16 корпоративных классов по самым разным направлениям. Психолого-педагогическая, архитектурно-строительная, инженерно-техническая, финансовая, транспортная, медицинская. В их числе и медиакласс «Импульса». Куратор Дарья Пинкова не только знакомит своих подопечных с миром журналистики, но и оказывает им всяческую поддержку. «Импульс-класс» – это поколение будущих медийщиков. Это ребята, которым посчастливилось заглянуть в закулисье средств массовой информации, попробовать эту профессию на себе и сделать выбор, да, связать свою дальнейшую судьбу, работу с этой профессией или просто получить какие-то определенные навыки, которые в любом случае в жизни пригодятся. Сейчас задача у импульс-класса стоит, в принципе, освоить навыки профессии журналистики, научиться грамотно писать, работать над своей речью, выискивать инфоповоды, да? Грубо говоря, отделять зерна от плевел.
такой подход позволяет ребятам познакомиться и попробовать себя в профессии до поступления в вузы. В школах профильные группы действуют на протяжении многих лет. Новоуренгойская гимназия стала одной из первых, в стенах которой открылся «Газпром-класс». Мы достигаем глобальной цели – это подготовка кадрового резерва для нефтегазовой отрасли. Благодаря нашему социальному партнеру ребята имеют возможность участвовать в очень перспективной программе, которая предполагает, что после окончания высших учебных заведений наши молодые специалисты вернутся на Ямал и будут работать на благо нашего региона. Корпоративный фест проходит впервые. Организатор – департамент образования города. Цель – создать единую площадку, на которой смогут взаимодействовать учащиеся и организации. Все, что было в городе, мы объединили на одной площадке, площадке гимназии, для того, чтобы ребята могли погенерить идеи, поработать с социальными партнерами, с которыми они работают каждый по своему направлению. А организаторы этого мероприятия подготовили такие кейсы, где ребятам придется немножечко подумать над тем, как можно, какие идеи еще есть для того, чтобы сделать вообще систему корпоративных классов более интересной. Сегодня корпоративное направление, направление профильных классов, корпоративных классов, оно продолжает развиваться, и два дополнительных направления с 1 сентября 2022 года запустятся на базе учреждений. Сегодня это 12 образовательных учреждений, с 1 сентября это 14. Сегодня среди нас и тех, кто уже закончил корпоративные классы, и сегодня уже среди молодых специалистов активно содействуют в развитии данного направления. Поделиться своим опытом пришли выпускницы Роснефть-класса. В 2014 году девушки окончили третью школу, затем Московский университет. Вернулись домой и трудоустроились в Роспан. Во время обучения, то есть 10-11 класс, уже в целом формировалось какое-то понимание того, с чем нам придется в будущем столкнуться. То есть я считаю, что это была хорошая возможность показать нам, ученикам, чем занимаются специалистам. Мы вместе с Марианой учились в одном классе с 10 по 11 класс. Мы учились в профильном классе Роспан Интернешнл. Потом мы вместе поехали в Москву на дальнейшее обучение в РГУ нефти и газа имени Губкина. Отучились там вместе на одном направлении — разработка нефтегазовых месторождений. И вместе же приехали обратно в Новый Уренгой работать в компании. Фестиваль пройдет с 22 по 24 марта. Ребята также смогут принять участие в различных мастер-классах и викторинах. Мария Буахо, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». К другим темам. У Дворца спорта звездный новый директор. На эту должность назначен Роман Лихтин. Новый руководитель имеет высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Он также окончил Белгородский университет по направлению «Физическая культура». До назначения работал директором спортивной школы «Контакт». К исполнению обязанностей Роман Лихтин приступил с сегодняшнего дня. Арктический благотворительный турнир продолжается, а мы продолжаем заполнять страницу видеодневника. Итак, накануне команда Новоуренгойского отделения партии «Единая Россия» обыграла «Новатэк» «Юрхаров-Нефтегаз». Счет 2-0. А сборная администрации города «Ночные совы» уступила команде «Велестрой». Напомню, Кубок губернатора Ямала – благотворительный турнир. Все собранные средства поступят в фонд помощи детям с тяжелыми недугами. Смотрим сюжет. Первая партия прошла почти в равной борьбе – 21-25 с преимуществом «Велестроя». Игрокам команды «Ночные совы» пришлось совсем непросто. У соперников стремительные атаки, сложные комбинации и точный удар. Приятно видеть, что за этот год команды очень выросли технически, тактически. Видно, что этот год они провели не зря, тренировались, поэтому сегодня все команды показали достойную игру. На старте второй партии не без ошибок «Ночных сов» велестроевцы снова рванули вперед. Но сборная администрации города сохранила командный дух и продолжила борьбу. А поражение, считают игроки, дают пищу для размышлений и стимулируют к упорным тренировкам. Хорошая игра, изумительный соперник, и поле чувствует. Все, ну, конечно, хотелось бы чуть побольше посопротивляться, да, в идеале бы выиграть, но это спорт, это хорошая мужская игра, поэтому
выиграли, молодцы, им респект. А нашим парням большая уважуха, что вышли, старались, бились. Ну, ничего, натренируемся. Эмоции, знаете, более чем зашкаливают. Почему, сейчас объясню. Это мы здесь гости в вашем городе. И то, что нас приглашают на такие турниры, это большая честь. Если честно, в прошлом году мы не выиграли ни одной игры. И начало с победы – это более чем масса эмоций. Здорово, все на самом деле очень прекрасно. На прошлогоднем турнире велестроевцы не смогли вырваться в лидеры, разгромили. Но в этом году они твердо решили забрать победу. Производственники полностью изменили состав команды, а еще целый год тренировались. Мы ведем большое строительство в вашем регионе. Но мы находим время, чтобы участвовать в таких благотворительных турнирах. Команде «Ночной совы» сегодня не хватило нападения. Они сегодня очень хорошо сыграли в защите, но как раз вот этого элемента в нападении им не хватило. А команда «Велестрой» как раз вот за этот год очень добавила, и они сегодня обыграли своим хорошим нападением. Производственники обыграли городских управленцев со счетом 2-0. Напомню, Кубок губернатора Ямала – благотворительный турнир. Все собранные средства поступят в фонд Ямины. Уже открыта продажа билетов на гала-матч, где встретится команда губернатора Дмитрия Артюхова «Северный характер» и сборная капитана всех команд «Лидеры Ямала». Алена Ядня, Богдан Джиделев, информационное агентство «Импульс Севера». В Новом Уренгое окна строящегося дома в микрорайоне Славянский засветились в виде буквы «Z». Отметим, акции проходят по всей России. Граждане используют буквы Z и V, которые стали уже говорящими символами. А у меня на этом все. Для вас работали Алена Ядня и команда «Импульса». До новых встреч!